Небольшой видеообзор на швейную машинку Astra 9320A. Внешняя составляющая. Очень много функций стежков. 40. Шаг. Волнистость. Тут, если честно, сильно не соображаю. Но выглядит примерно так. Очень много функций. Очень много. Так, если честно, даже не сильно знаю, куда смотреть. Вот так вот. Кейсик. Здесь. Что-то как-то открываться должно, наверное, да? Врать не буду, не знаю даже как. Ну, вроде как... О, нашел. Вот так вот. Педалька. Пластиковый кожух. Накидка. Тут что-то тоже настраивается. Ну, работает плавный пуск, плавная остановочка. В целом агрегат очень даже хороший. Внешняя составляющая, ну, есть небольшие коцки, мелочные на самом деле. Для пользования очень даже хороший вариант, если человек знающий, умеющий. Ой. То, думаю, разберется. Приезжайте, покупайте. А, кстати, электронный циферблат, то есть все значения все показывает. Какую вариацию вы выбираете стежков? Шаг, волнистость. Ну, прям вообще шикарно. Многие бы забрали бы его. Приезжайте, смотрите, покупайте. Всего доброго.